Всем здравствуйте. Меня зовут Олег Меринов. Я работаю в компании DataArt на позиции тимлида. Вот. Занимаюсь, как вы уже догадались, .NET-ом. Вот. И, значит, сегодня я хочу рассказать. Ну, Артем рассказал про экосистему, да, то есть, что есть в .NET-е, там, какие различные фреймворки, ну, стеки, технологии, да, вот всякие, IDE и прочее, прочее, прочее. Я хочу рассказать про примеры проектов на .NET-е. Вот. Их будет три примера, три проекта, про которые расскажу. Вот. Они как раз, ну, самый первый проект – это обычное десктопное приложение. Вот. Следом идет простое клиент-серверное приложение. И далее мы немножко поговорим про высоконагруженное приложение, которое также написано на .NET. Вот. Но перед тем, как приступить к докладу, вот, давайте с вами познакомимся, потому что я, к сожалению, не смог послушать выступление Артема, поэтому не знаю, если вы… Если он спрашивал, да, про то, кто пришел к нам сегодня, то придется еще раз ответить. Так, студенты есть? Почти все студенты, да? Нет, не почти. Так, а студенты какого? Первого курса кто? Ага. Так, ладно, хорошо. А третьего курса? Больше, да? Так, и, соответственно, уже не студенты. Уже не студентов много. А вон вижу даже вон знакомые лица. Вот, отлично, да. Но я ориентировался, конечно, на студентов и тех, кто только выбирает технологию, только планирует стать инженером, да. Вот, ну ничего страшного. Так, а давайте тогда узнаем, раз много студентов старших курсов и много кто работает, значит, кто пишет, кто программирует? Ну, нормально, так. А кто программирует на .NET? Да почти все программируют. Чего вам рассказывать про .NET, если вы все уже программируете на нем? Отлично. Так, а кто программирует на… Так, а на чем программируете? Скажите, какие технологии, то есть на чем вы программируете? .NET? JavaScript. Так, а на Java кто-нибудь программирует? Он. Один, что ли? Ты один пришел? Python. Swift. Еще? На 1С программирует? На C-Sharp. C-Sharp – это язык программирования? Да-да-да. Чуть-чуть, так. Ну, отлично. То есть народ знающий. Так, а кто вообще не программирует? Ну ладно, не стесняйтесь. Кто вообще не программирует? Нет? Ну ладно. Так, отлично. Значит, начнем с десктопного приложения. Вот. Немножко расскажу, перед тем, как рассказывать про десктопное приложение, я немножко расскажу про, ну, буду рассказывать и про архитектуру, да, потому что, как бы, показывать какой-то код, да, я как бы не стал, да, а вот хочу больше поговорить про то, какие системы можно строить на фреймворке, да, вот. И первый пример приложения, да, это монолитная архитектура, когда у нас есть, собственно, некий юзер-интерфейс, да, вот, есть некая, значит, бизнес-логика, вот, есть некий уровень доступа к данным, да, и вот есть некий датабейс, ну, датабейс – это база данных, да, вот, но на самом деле, как бы, вместо базы данных может быть что угодно, может быть, некий файловое хранилище, может быть, взаимодействие, как-то, например, с другой системой, например, да. Вот, значит, как бы с этим знакомы все, да, есть. Да, еще, если будут возникать вопросы, я предлагаю прерывать меня, вот, чтобы мы не ждали до конца и забыли, да, чтобы мы сразу как-то все проясняли, да. Кто-нибудь как бы знаком с такой архитектурой, да? А кто-нибудь пишет такую архитектуру? Кто-нибудь разделяет на слои приложения? Никто не разделяет, ну и правильно. Вот. На самом деле, как бы разделять желательно по причине того, что каждый слой дает нам возможность тестировать, да. То есть, например, если у нас есть какая-то сложная логика, то если у нас она отделена от пользовательского интерфейса, да, и отделена, например, от уровня, от слоя доступа к данным, да, то некую сложную логику мы можем протестировать отдельно. То есть мы можем написать какие-то тесты, там юнит-тесты, еще какие-то тесты, и запускать их, когда мы меняем ее. Да? Соответственно,
если мы изолируем, например, слой доступа к данным, да, то мы можем запустить, например, тестирование юзер-интерфейса вместе с бизнес-логикой вместе, да, то есть проверить интеграцию между ними и проверить сам пользовательский интерфейс. Не знаю, знаете, не знаете, вот для, например, тестирования, например, юзер-интерфейса есть, например, специальные фреймворки, типа как, например, Selenium, да, там слышал такое, да? Слышали, да? Вот. Но, по сути дела, это фреймворк, который также на C-Sharp позволяет написать C-Sharp тест, который прокликает, собственно, там, нажмет кнопочки, ведет какие-то данные вот, в пользовательском интерфейсе, в UI, да? И этим UI может быть как веб-сайт, то есть веб-приложение. Также может быть это десктопное приложение, да, все что угодно. Значит, пример пользовательского UI. Ну, я сейчас расскажу про проект, про это, что это было. То есть это речь идет про реальный проект. То есть это не как бы не что-то такое. Да? Вот. Как вы думаете, вот это вот интерфейс на чем сделан? Что это? Еще вариант. Вот это все, вот если вы, то есть, значит, ну давайте, наверное, по проекту расскажу, и тогда можно, может быть, вы догадаетесь, да? То есть это навигационная система, которая устанавливается на промышленный ноутбук с сенсорным экраном, то есть это большой такой ноутбук, вот, и, собственно, значит, у него есть, ну, сейчас я потом схему покажу, то есть это карта, причем карта это не векторная карта, это обычный битмап, вот. И вот это вот все стрелочки, вот это все, вот элементы пользовательского интерфейса. То есть это все кликабельное, это все двигается, это вот все кнопочки, вот это вот. Так, значит, вот такая вот штука, да. VPF сказали, WinForms. Не, VCF это Windows Communication Foundation, да, то есть VCF это тоже как бы часть .NET, но которая используется для межсервисной коммуникации. Да, то есть который позволяет построить API, да, и значит, там, значит, публиковать его, прочее. Да, действительно, вот это все .NET. Вот. То есть если кто-то сомневается в мощности фреймворка, да, то это все .NET. То есть вот эти все элементы, вот этого элемента, это кнопка, да, вот эта кнопка, вот это компас, который двигается, вот это все меняется, да, то есть вот это вот тоже все, вот стрелочка меняется, все, вот этот рулер, это кастомный, да, то есть это все сделано на .NET. То есть полностью кастомный интерфейс, да, то есть он весь отрисован на .NET. На чем? Тоже .NET, на C-Sharp. Сейчас я скажу. Сейчас мы дойдем, да, вот, просто смотрите. Значит, единственное, что из-за того, что используется обычная карта, растровая, да, то есть не векторная, да, вот кусок, собственно, отрисовки самой карты и как бы ее зум-ин, зум-аут, да, то есть приближение, отдаление, он сделан с использованием OpenGL. То есть в .NET есть OpenGL-коннекторы, где вы на C-Sharp коде подключаете нужную библиотеку OpenGL, да, и, собственно, вы получаете полную мощь видеокарты, то есть вот все вот это рендерится уже напрямую вот на видеокарточке, да, минуя там вот обычный рендер, которым рендерится. И да, это WinForms, кстати. То есть это не VPF, это обычный WinForms. И вот на обычном WinForms можно делать вот такие вещи. Если мы пойдем дальше, то VPF и прочее позволяет строить, конечно, необыкновенные кастомные интерфейсы, что просто, ну, как бы очень круто. Не знаю, Артем приводил вам примеры там с Java, как-то сравнивал, нет? Я просто на середине пришел, не сравнивал. На Java сложно такое делать, кстати. Вот. Значит, про архитектуру. Ну, то есть это десктопное приложение, оно устанавливается на компьютер, у нее нет серверной части, но это приложение, оно способно обеспечить коммуникацию с аналогичным таким же устройством по обычной радиосвязи. То есть вот в центре вот это вот три блока, это, собственно, наше приложение, да, то есть есть некий рендер пользовательского интерфейса, который использует OpenGL, значит, есть некая бизнес-логика, ну, бизнес-логика там что, то есть там, когда показывать какие-то, какую-то нотификацию показывать, мы определяем, да, то есть мы получаем там какие-то данные, да, с внешних устройств, да, и понимаем, когда нам нужно показать пользователю там прочее, там всякие алгоритмы различные, да. Значит, работа с оборудованием, да, вот, это как раз вот наш вот уровень доступа к данным, да, то есть обратите внимание, что вот как раз классический монолит, да,
пользовательский интерфейс, бизнес-логика, которая не знает ничего про то, как пользователю показывается информация, не знает ничего про оборудование, а просто вот, как бы, вот она вот просто оперирует классами, которые вот, там, циферками какими-то. Да? И вот работа с оборудованием. Все сделано тоже на дотнете. Все. То есть на дотнете реализована работа с навигаторами Garmin. Ну, все, наверное, видели, да, это обычный там, автомобильный навигатор или катерный навигатор. Да? То есть там катерные навигаторы большие, большие. То есть Garmin подключается по USB или по компорту, и с C-Sharp происходит вот работа с ним, обмен данными, то есть все-все-все-все. Также происходит работа с гарминовской GPS-антенной, также она подключается либо по USB, либо по компорту. Вот все, это все сделано в C-Sharp. То есть в C-Sharp реализована работа с портами ввода-вывода, то есть все вот это прекрасно работает. Также очень интересно было это для того, чтобы обеспечить связь с другими такими планшетами, да, и навигаторами, да, подсоединялись радиомодемы, вот, к радиомодему подсоединялась радиостанция, да, то есть, например, приложение ничего не знало про медиа, да, то есть оно ничего не знало про то, как передается информация в сеть. И оно не знало вообще, что это за сеть, да. Впоследствии там была реализована еще работа не только с радиомодемами, но и с GPS-модемами, вот, ну вот, пожалуйста, да, то есть подключаются радиомодемы двух категорий. Сначала мы работали со старенькими Contronix C+, потом с нашими контроллерами военными, Rattels. И к ним подсоединялась радиостанция, вот, которая на средних или длинных волнах посылала, короче, сигнал в эфир. Вот, значит, почему вот так? Потому что разрабатывался тогда, когда интернет, ну, этот мобильный интернет был не так распространен, и плюс ко всему, как бы, система использовалась в лесу, в отдалении от GPS-вышек, от GSM-вышек, то есть, собственно, только и надо было пробивать преграды в виде там, деревьев и прочего-прочего. То есть GSM, работающий на ультракоротких, да, волн, он не позволял, собственно, это делать, поэтому вот выбрано было такое решение. Вот. Какие-то вопросы? Вопросы, какие-то подробности, кого что интересует? Радиостанция, обычная радиостанция, такая здоровенная радиостанция, которая греется, вот, к ней подрубалась антенна такая там на метр, вот. Ну чтобы, да, ну то есть, ну как бы, да, физику все помним, да, то есть чем длиннее волна, вот, тем она больше может, ну тем, во-первых, дальше можно запулить ей, да, вот, и, соответственно, тем ее это, как там свойство вот это называется-то, которое преодолевает препятствия, преодолевает всякие вот эти стены, да-да, огибания, да-да, дифракция, да, кто-то говорит, да. Вот, собственно, вот было решение, да. После того, как систему решили использовать как бы там, где уже есть GSM, да, но был написан модуль, вот здесь вот рядышком, да, без изменений всего остального, да, вот. Вот это так. Еще вопросы есть? Вот по этому слайду, вот по этому проекту как-то? Нет, ну погнали дальше. Значит, так, клиент-серверная ASIC-система, да, ASIC, ну, сейчас мы давайте. Так, ASIC, кто-нибудь знает эту аббревиатуру, что это такое ASIC? А кто-нибудь знает, что такое BASE? Нет? Ну, короче, значит, если привести аналогию, например, с базы данных, да, то база данных, например, тот же MS SQL, там, этот... какой-нибудь Oracle, Postgres, это OLTP база данных. Да? То есть OLTP база данных подразумевает собой транзакция. Да? Что такое транзакция? Знаем все? Что такое транзакция? Если вдруг что? Да, если вдруг что, да. То есть мы пытаемся менять, запрашивать какие-то данные. Вот. И если что-то происходит в процессе вот этого действия, да, то происходит некий откат и восстановление предыдущего состояния. Значит, эту же аналогию можно привести и к приложениям. Да? То есть, если вы, например, вот вы открываете приложение, у вас есть кнопка, например, там, не знаю, там, оплатить счет, например, какой-нибудь, да? Вы кнопку нажимаете, появляется какая-нибудь крутилка. Вот, в этот момент происходит обращение к вашему банку, говорят, там, списываются деньги, крутилка крутится, то есть вам ничего не дают делать. Вот, значит, потом там банк присылает вам там какое-то подтверждение, вы это подтверждение еще куда-то, все вот это синхронно, да. И если вдруг что происходит, да, то появляется ошибка, все откатывается, да, и как бы вот и там, как бы, и у вас там какое-то, ну, состояние ошибки, да. Вот системы, которые
работают по принципу ACID, да, то есть атомарности, когда измененные данные, они сразу как бы записываются в базу данных. И если вы тут же попросите, ну, если тут же вы их запросите, вы тут же получите как бы последний измененный результат. Да, вот. Это вот ACID-система. Да. И вот я покажу вам пример. Пример пользовательского интерфейса такой системы. Да. Потом мы также подойдем к архитектуре, из чего она состоит. Да. Значит, вот можете вот посмотреть, это тоже .NET. Вот. Это медицинская система, очень большая медицинская система. И вот десктоп, тоже десктопное, вот это десктопное приложение, вот, но оно фактически используется как тонкий клиент. Да, то есть она позволяет выводить данные. То есть вы видите, тут, вот, сейчас, может быть, там дальше будет. То есть видите, тут сложные таблицы, да, похоже на 1С. Да? То есть огромное количество всяких отчетов и форм. И эти формы, они просто огромные, с огромным количеством типов ввода, очень сложные гриды. Вот. То есть это вот была задача такая, чтобы обеспечить, во-первых, ну то есть это сит-оператор, да, вот, и там он вводит много-много данных. Да, вот, и все было оптимизировано по то, чтобы оператор вообще не использовал, например, мышь. Да, то есть все по табу. Все настраивается, да, то есть каждый этап это переход следующий, да, то есть всякие вводы кодов и прочее-прочее, там гриды, которые раскрываются, там и, то есть тут можно таскать, вот перетаскивать, то есть все вот это тоже. Вот видите, тут фильтр, например, да, что-то фильтр, по-моему, да, фильтр. То есть это можно взять колонку, перетащить ее, да, и она будет строить сложную фильтрацию, да, то есть это тоже .NET. Здесь вот в качестве элемента управления для грида был выбран такой набор библиотек, называется DevExpress. Я не знаю, слышали, не слышали. Сейчас у DevExpress есть набор элементов управления, которые, по-моему, для VPF, если не ошибаюсь, по-моему, даже и по-моему, для ASP.NET. Вот. Если не слышали, то это в свое время, даже сейчас, это довольно мощный набор элементов управления, вот всяких таких таблиц, гридов мощных, да, вот, то есть прям вот, ну, они там мега кастомизируемые, мега сложные, то есть там можно там выводить там вот как здесь, например, вот, или дальше, по-моему, тут. А, здесь нет примера, да. То есть можно делать сложные, например, хедеры, там все вот это вот. Вот тоже вот этот .NET. Вот. Вот немножко по архитектуре. Здесь архитектура немножко посложнее, чем в предыдущем примере. То есть, как видим, мы уже, что у нас тут уже не на одном компьютере стоит. Вот. Плюс еще есть небольшое веб-приложение, тоже написано на .NET, на ASP.NET. Да? Вот. И, собственно, вот как раз UI, это вот был пример десктопного приложения, которое стоит здесь. В качестве бизнес-логики, да, развернуты два сервера, на котором крутятся сервисы, написанные как раз на WCF, на Windows Communication Foundation. Вот. И с ними, значит, есть, то есть с ними вот десктопное приложение интегрируется. Да? То есть вся бизнес-логика здесь, все проверки здесь. Да? То есть если, например, кто-то взял и завладел, например, десктопным приложением и его декомпилировал, то он ничего не сможет сделать, потому что все решение принимается вот здесь. Да? То есть вот это всего лишь такой мощный клиент, который вот заточен под того, чтобы оператору было удобно, да, но никакой бизнес-логики здесь нету, да, вся бизнес-логика здесь. Плюс сервисы позволяют интегрироваться с другими системами, позволяют получать данные, вот. И в качестве кэша, да, ну, кэш, то есть часть, то есть много данных, например, справочных, да, чтобы их каждый раз не затягивать с базы данных, да, использовался memcached. Кто-нибудь работал с memcached? Не работали, да? Ну, memcached — это сейчас более модно, это вот Redis. Redis? Нет? Redis. Ну, это получается in-memory database, вот, ее используют также в виде кэша. То есть данные здесь хранятся в оперативной памяти, что позволяет ускорить получение их, да, то есть нам не нужно хранить базу данных, да, мы в кэш. Ну, знаете, что такое кэш вообще, да? Знаете, да? Ну вот это вот решение для кэширования. То есть не просто мы взяли, создали какой-то там лист или дикшнери, да, и там храним, да, а это отдельно сервер, вот, на нем крутится отдельно специальное приложение, которое в оперативных памятях оптимально хранит key value, вот, и там прочая такая разная штука, да.
и два сервера под базу данных. То есть это два SQL-сервера. Один SQL-сервер для хранения как бы основной информации, то есть постоянно сюда что-то пишут, читают, и специально выделенный SQL-сервер для отчетности. Как вы думаете, зачем это сделано? То есть вот мы пишем всегда сюда, а потом вот отсюда часть данных сбрасывается вот сюда для того, чтобы строить отчеты. Как вы думаете, зачем это было сделано? Да, правильно. Потому что, значит, как вы видели, система медицинская, и она должна генерировать, ну, она должна генерировать много-много разных федеральных отчетов. То есть там несколько РМов, да, то есть автоматизированных рабочих мест. И одно из них – это как раз вот автоматизированное рабочее место, собственно, в управлении здравоохранением. Да? И федеральные отчеты, они довольно-таки сложные, там довольно-таки сложные формулы. И чтобы все это рассчитывать, да, приходилось построить собственную схему, отличную от оригинальной, да, и некоторые данные предрассчитывать заранее. То есть тут вот висит такая джоба, да, то есть вот она, например, ночью там берет отсюда данные, специальным образом их перерабатывает и кладет их вот в это хранилище. Ну и, соответственно, генерация отчета все равно как бы занимает долгое время, но она никаким образом не влияет на работоспособность всей системы, да? Ну, поняли. То есть фактически мы разделили как бы вот эти зоны, да, и кто-то вот запросил отчет, да, и он может запрашивать его там сколько угодно, да, а все остальные, кто работает, на это никак не влияет. Вот. Вопрос? Нет вопросов? Понятно, непонятно, вы, если что, как-то это самое скажите, отлично. То есть вот видите, да, то есть как бы .NET десктопное приложение, а здесь уже .NET, который уже не десктопный, уже два сервера, вот тут запросы балансируются между ними, да, уже как бы связка уже десктопная, сервис уже. А еще, кстати, вот, да. Конечно, но она запрашивает. Но это в смысле, это стрелочками показано зависимости, да, то есть как бы это показано не поток данных, да, то есть понятно, что он что-то запросил, это ему что-то ответил, понятно, да, то есть это не вот это data flow, да, а это просто зависимость, да, то есть как бы не потоки данных. Плюс еще .NET даже здесь, потому что для некоторых сущностей нужно было специальным образом генерировать идентификатор при создании ее здесь. Специально, там был сложный алгоритм. И на TSQL, да, на языке, на котором пишутся хранимые процедуры, запросы, да, вот в SQL-сервере, было довольно-таки сложно сделать. Поэтому у SQL-сервера есть возможность приоттачить assembly, .NET assembly, то есть написать DLL-ку на C-Sharp, вот, ну, специального, ну, реализовать специальный интерфейс, подсоединить к SQL-серверу и с хранимой процедуры дернуть ее. Вот так вот. То есть .NET даже здесь. Вопрос? Так, вот. Теперь мы переходим к последнему на день проекту. Это высоконагруженная Base-система. Да? То есть до этого был ACID. Да? То есть ACID, когда кнопку нажали, пошла транзакция, вот, все прошло успешно, транзакция изменила данные, все пошло плохо, все откатили и все, и привет. Значит, Base-система, вот. Вот отличие, да, какое отличие? Но если там у нас, значит, транзакционность, соответственно, здесь у нас что будет? Здесь у нас уже the base – это не база данных, base – это аббревиатура. Вот, там сложно. Ну, в интернете почитайте, что это такое. Ну, то есть, если здесь есть транзакция, да, на уровне, например, базы данных, на уровне там много чего там, да, то здесь уже с транзакциями все немножко по-другому. Вот. А по-другому как? Например, вы в одном месте поменяли данные, да, ну, там изменили, например, год рождения там, ну, юзера какого-то, да, вот, предположим, вы редактируете его там данные. Вот. И если вы тут же попробуете из другого компонента системы эти данные запросить, то нет гарантии, что вы получите последние измененные данные. То есть есть некая задержка между обновлением данных и
получением их. Вот. Вот такая вещь называется eventual consistency. Ну, то есть типа консистентная. Вот. То есть это типа консистентная система. Вот. Зачем это нужно? Ну, давайте вот я пример еще приведу, например. Ну, на Озоном же пользуетесь, да, книжки заказываете, да? Ну, то есть вот, как вы думаете, на сайт приходят там миллионы там людей, да, там в день, там, да? Ну, а Озон, неважно, неважно, да? То есть огромная нагрузка, да? Вот, и, соответственно, как обеспечить, собственно, работу, да? То есть если, например, каждый запрос пользователя будет вызывать некую транзакцию, да, ну, то есть вы книжку покупаете, да, и пошла транзакция. Ну, вы представляете, что будет происходить, да? Вот. Значит, Bayes-система организована все немножко по-другому. А, ой, это такая теорема же. То есть Bayes-система организована так, что пользователь выполнил некое действие, это действие куда-то ушло, положилось и будет дожидаться своей очереди, когда его обработают. А пользователи могут написать, например, ваш запрос обрабатывается, вернитесь, например, там завтра. Отложенный вариант, да. Соответственно, есть некоторые нюансы, да, таких систем, что, например, ну, вот, как я уже объяснил, да, вы данные в одном месте поменяли, а в другом месте их нет. Да? Но с другой стороны, это позволяет выдерживать колоссальные нагрузки. То есть это, там, если, например, прошлая система обеспечивала работу, ну, наверное, до 1000 пользователей, да, всего, то 1000 пользователей, да, и ежедневно в районе, наверное, там, нескольких тысяч запросов, да, то такие системы выдерживают там миллионы, там несколько миллионов запросов в день, например, в час, например, да, то есть вы имеете возможность динамически расширять конфигурацию вашей системы, вот, и прочее. Вот. Ну, вот, когда мы говорим о Bayes-системах, да, вот высоконагруженных системах, да, вот как там Amazon, что еще Google, там Яндекс, там, не знаю, там, крупные системы, которые работают с огромным количеством пользователей, да, мы всегда сталкиваемся с так называемой КАП-теоремой. Вот. КАП-теорема говорит о чем? Что мы всегда можем обеспечить только одно ребро треугольника. Только одно ребро. То есть если мы обеспечиваем согласованность и доступность, то у нас проблемы с разделяемостью данных. Да? Если мы обеспечим согласованность и разделяемость, то нет доступности. Вот. Соответственно, в Bayes-системе что у нас происходит? То есть что мы обеспечиваем Bayes-системы и чем мы жертвуем? Правильно, да. Но что конкретно в Bayes-системе мы обеспечим? То есть в ACID-системе, да, вот в транзакционной модели, да, что мы делаем? Мы обеспечим согласованность и разделяемость. Соответственно, с доступностью у нас возникают проблемы. То есть, когда у нас ACID-система начинает заваливать поток юзеров, ну или какой-то там поток, огромный поток, ну, огромное количество запросов, да, то с доступностью все. Вот транзакции пошли, и они пока закончатся, мы не сможем дальше обслуживать. Соответственно, ACID – бам, Bayes – бам. Вот, да, доступность, разделяемость. Но согласованность, как я уже сказал, типа согласованность. Это eventual consistency. Да. Если оставить только согласованность, ну, согласованность и доступность. Да это будет этот самый, это будет распределенный монолит просто. Вот и все будет. Вот что будет. То есть просто распределенный монолит. То есть мы вот тот монолит, который мы в самом начале рассказывали, он применим не только к десктопным приложениям, он применим и к вот, и клиент с серверным приложением также, да? Вот. Да. Еще вопрос есть по этому поводу? Нет, да? Ну, давайте немножко расскажу про вот эту систему высоконагруженную, чтобы вы имели представление, да, что это. То есть это, конечно, не Google, не Яндекс, но как бы нагрузка достаточно высокая. Да? То есть мы имеем 500 тысяч запросов только на инициализацию. Да? То есть вот человек начинает работать в системе, да, и вот первый запрос, который он посылает, вот таких запросов 500 тысяч в день. И у нас несколько еще и зон. То есть это зон, это типа вот окружение, да, то есть это некое такое, ну, юзеров еще больше, да, то есть если взять целиком, да, вот всю систему, да, с учетом всех зон, да, то вот, например, 4 на 5, то есть получается
2 миллиона запросов в день. Вот. Некоторые компоненты систем, да, они держат 60 тысяч запросов в минуту. В минуту. 50 тысяч обращений к распределенному кэшу, да. То есть, как бы, можете, не знаю, вот как представляется, не представляется, да. То есть, это много, очень много. Вот, соответственно, там и сервисов много, и компьютеров много, да, то есть там как бы каждый компонент системы – это, по сути дела, кластер, да, то есть как бы если, например, до этого мы говорили, вот у нас есть сервер, вот, то там уже говорим не сервер, а есть кластер. То есть в кластере там 3-7 машин в зависимости от как бы его нагруженности. Система представляет собой, не вся, конечно, да, то есть сейчас все еще происходит переход, но в основном система представляет себя набор микросервисов. Артем уже, по-моему, начинал говорить про это, да, вот я как раз и подошел, когда. Если кто знаете, да, про микросервисы, по-моему, руки поднимали, что это такое, да? Что такое микросервисная архитектура? Грубо говоря, микросервис – это сервис, это веб-приложение, у которого есть некий API, который можно, например, дернуть, да, вот. И микросервис, он как бы вещь в себе, да. То есть у него есть некая бизнес-логика, у него есть некий слой доступа данных, и есть некая база данных, да. Вот. И микросервисы строят таким образом, чтобы логика его, да, как бы то, что он делает, и то, что он сохраняет, она как бы была бы более-менее изолирована. Например, если у нас есть задача, как мы уже пример приводили, там, списывать деньги там, с счета клиента, да, вот, то, например, вот он будет заниматься только этим, например, да, а другой микросервис будет заниматься, например, там, хранением данных о самом клиенте, там, еще что-то такое. То есть мы разделяем предметную область на какие-то зоны, и каждая зона, она окучивается вот этим микросервисом. И, соответственно, у него же есть свое собственное хранилище, которое не связано с хранилищем другого микросервиса. Да? И за счет этого мы как раз и теряем эту транзакционность. Да? То есть у нас базы данных друг с другом не связаны. Вот, все. По технологиям можно посмотреть. Да? То есть вот здесь все практически, да, вот .NET. Понятно, SQL Server – это TSQL, да, движок базы данных. Здесь у нас в некоторых используется Mongo. Опять же, для .NET есть Mongo драйвер. Все, то есть поставили библиотеку специальную, настроили конфигурацию доступа, и вот, пожалуйста, обращайтесь к Mongo, к, как это называется, к NoSQL. Вот. Написан сервис на C#, вместо WCF, как было ранее, да, в других примерах, да, здесь используется Web API. Да, то есть это REST интерфейс. Плюс еще у микросервиса есть возможность получать сообщения. Сообщения получаются из очереди сообщений MSMQ. Вот, и получаются они тоже через специальный .NET обертку, который называется N-Service Bus. Да? Вот. Здесь показан пример, как раз как микросервисы могут взаимодействовать. Да? То есть вот два микросервиса. Вот. И есть некий message distributor. Да? То есть message distributor – это такой программный компонент, который умеет доставлять сообщения от одного сервиса к другому. Да? То есть мы, грубо говоря, вот здесь вот послали сообщение, которое адресовано вот этому сервису. Да? И вот message distributor, он получил сообщение, и дальше он отправляет уже следующее. Да? Вот, соответственно, таким образом мы можем держать высокие нагрузки. Почему? Потому что вот сюда пришло сообщение, да, и мы можем это сообщение отложить и начать обрабатывать другое. Понимаете, да? То есть не застряли мы здесь с обработкой одного, да, мы как бы откладываем сюда в хранилище, и когда вот этот, например, обработал текущий, он берет следующий, да. Но мы жертвуем вот тем, что у нас данные обновляются не моментально, да, не транзакционно. Какие-то вопросы есть по этому слайду или вообще как бы понятно, непонятно? Если нужно что-то, может, уточнить? Окей. Дальше что тут? Ага.
Это вот как раз пример. Значит, вот если в предыдущем примере в качестве кэша, да, использовался memcached, достаточно простой, простой key-value storage, то в этом примере у нас используется Redis. Redis – это фактически in-memory база данных, которая еще имеет возможность сохранять, ну, то есть персистить свое состояние на жесткий диск. То есть о чем говорит? О том, что он периодически сбрасывает все, что в памяти, на жесткий диск. То есть если вдруг, например, кластер с Redis, например, там, ну, завалился по каким-то непонятным причинам, да, то он может, как бы, можно восстановить все это. Да? Ну и плюс он умеет реплицировать, вот, то есть как бы хранить, например, версию там, как бы, там, не на одной машине, там, на нескольких, да, тем самым позволяя быть более как бы устойчивым. Да? Вот. И вот, например, сервисы, да, они могут сохранять что-то и потом, например, вот здесь получать это же значение. Да? А, ну вот у нас тут написано распределенный mutex. Кто-нибудь знает, что такое mutex? Да? Нет? Серьезно? Что такое mutex-то? Ну, кто когда-либо вообще слышал или работал с межпроцессным взаимодействием? Маршалинг, параллель, что? Но вот есть параллел программинг, а есть мультитрединг программинг. Это одно и то же или нет? Мультитрединг, мультипоточное и параллельное. Это одно и то же, это разные вещи. Ага, понятно. Ну вот, то есть, когда много потоков, да, и, значит, ну вот это про потоки, да. А, ну, мьют, кстати, тоже можно использовать. То есть, когда несколько потоков пытаются получить доступ к одному ресурсу, ну, что мы называем ресурсом, например, есть у нас переменная какая-то, да, вот, и есть много потоков. И каждый поток пытается записать или прочитать из этой переменной. Так вот, чтобы не получилось... Ну да, то есть, да, то есть... Да нет, нет, это немножко не то. Async await – это, как это называется? Ну, это такой синтаксический сахар, по сути дела, да, вот, который позволяет очень просто, быстро описать какую-то либо синхронную операцию и ее подождать, да, потому что потом все это в VL-коде уже там разворачивается, ну, очень хитро, там очень сложно все, да, вот. Но mutex – это один из элементов синхронизации между потоками. Да? В нашем же случае мы используем эту же самую концепцию, но мы пытаемся синхронизировать разные сервисы. То есть не просто сервисы, а разные кластеры сервисов. Да? То есть вот когда вы здесь видите сервис А, там, да, там instance 1, instance 2, да, то есть это может быть как кластер, как может быть и сервис. Да? Ну, здесь вот кластер сервисов. Но рядом здесь может быть еще один такой же кластер. И, соответственно, вот этот mutex, он может использоваться для вот кластеров целых. Да? Вот. И реализован этот как раз с помощью Redis, потому как он разворачивается на тоже отдельном кластере, на отдельных машинах и позволяет вот синхронизировать там вот эти сервисы, какую-то логику, там еще что-то. Да, соответственно, ну, Redis написан не на .NET. Вот. Но здесь, опять же, есть возможность общаться, да, .NET, да. То есть, как видите, для .NET фреймворка, да, то есть существует много-много-много разных оберток, да, продуктов, которые, в принципе, с .NET особо не связаны. Вот. И, например, вот в примерах был в основном SQL сервер, да, ну, Mongo в качестве NoSQL, но никто не мешает на проекте .NET использовать Oracle. Или Postgres, или MySQL, или что угодно, для чего есть какой-то адаптер. Да если нет, как бы, в принципе, можно написать, да, то есть уж так уж нужно. Ну, немножко здесь про то, как это собирается и деплоится. То есть большая система, много приложений, вот, надо как-то это все это деплоить не руками, да, то есть в предыдущем примере можно было собрать все это ручками задеплоить, что уже, как бы, в принципе, нехорошо, но это можно было сделать, да, то в большом проекте сделать практически, ну, реально, но нереально, да, вот. Соответственно,
есть целый набор утилит, да, которые вот, собственно, помогают в этом. Да. Ну вот, собственно, есть некая кодовая база для какого-то микросервиса, да, который фактически это Web API, да, или Listener and Service Bus. Он собирается с использованием PowerShell, MS-Build и пакет кладется в NuGet. NuGet – это что это такое? NuGet – это Package Manager, который позволяет упаковывать как бы .NET, ну и не только .NET. Вот, ну вот, кто-нибудь слышал, кто-нибудь работал с NuGet? Visual Studio, конечно. То есть вы начинаете делать проект, такие вам надо что-то... Да, щелчок, да. Щелчок, да. Он все стянул с NuGet, с публичных репозиториев что-то. Вот, и у вас это есть. Да, ну вот мы, например, упаковываем в NuGet не только .NET приложение, да, но туда упаковываются вообще дикие вещи. То есть и веб-приложение, в котором вообще .NET никакого нет, и специальные скрипты, которые потом специальными этими лоудерами там грузятся, там раннерами запускаются, прочее. А потом, когда, например, на любой какой-нибудь Linux, например, или там MacOS, скачиваешь, например, вот этот пакет и бикомплируешь для любой платформы, для как бы конкретной платформы, например, так? Но вот как бы с NuGet не скажу, потому что не знаю, как, например, с macOS, то есть насколько там macOS поддерживает NuGet, да, вот, но в принципе как бы NuGet это что такое? Это zip-архив, его можно правой кнопочкой щелкнуть, выбрать там, открыть там 7-zip, вот, да, и вы увидите, что на самом деле как бы вот этот NuGet это, ну там, zip, просто со структуры папок, вот, все, то есть как бы вот. Вся магия, да, то есть фактически как бы, ну вот, там. Ну, Get это не Package Manager, это пакет, да, а вот Package Manager как раз ProGet. ProGet это вот, типа, такое приложение, у которого есть некий интерфейс, который позволяет загрузить пакет, вот, он там сам проставит версию, обеспечит также некий API для того, чтобы скачать это. Например, вы, если вы, у вас вы хотите развернуть свой собственный, например, Package Manager, да, вы можете поставить его, настроить Visual Studio, там вот есть, по-моему, NuGet config, там где-то либо в проекте файлик лежит, вот, либо где-то еще. Вот, и как бы ваш собственный, вы можете сами как бы паблишить пакеты туда, сами потом доставать, ну и прочее. И очень классная штука, которая обеспечивает, собственно, сам деплоймент. Да? То есть здесь мы собрали, здесь мы храним собранные пакеты. А что такое пакет? Пакет – это приложение наше, да? Вот. А здесь мы настраиваем то, как и куда это будет деплоиться. Вот. Да, да. То есть как в Octopus настраивается конфигурация, да, то есть какие машины ему доступны. Вот. Все. И дальше, собственно, здесь можно настроить конфигурацию, когда одним кликом, да, какой-то пакет, какой-то сервис накатывается на целый кластер. То есть одним нажатием накатывается на 7 машин, 10, 20, 300, там, все что угодно. Да? Ну и, соответственно, можно поддерживать разные конфигурации и прочее. Вопрос. Вот такой вот .NET. Артем там что-то начал с про Java сравнивать, вот, но хочу тоже, как бы, тут был слайд, назывался «Бонус». Но бонус я не придумал, я удалил. Вот. Потом я забыл, что удалил, и думал, что вам бонусно рассказать. Вот. Ну, давайте два бонуса тогда, раз я забыл. И, значит, первый бонус – это сейчас у Microsoft есть так называемый toolkit, который позволяет писать алгоритмы для квантовых машин. Это прям вообще топ. Кто-нибудь слышал про это что-нибудь? Вот сейчас IBM разрабатывает свой квантумный компьютер. Да, называется QASM. QASM – это как раз вот open-source язык, типа Qubit Assembler, да? А Microsoft придумали Q-Sharp. То есть можно как бы прям фактически вот прям программировать, да, писать программку, да, используя вот эти всякие гейты для квантовых процессов и прочее, пожалуйста, да? Вот, посмотрите, есть несколько видосов, где ребята из Microsoft презентуют и рассказывают вообще как бы такой вот прям, ну, железо, да. Значит, у IBM есть публичный квантовый
процессор, два. Один, по-моему, 4-кубитный, не буду, по-моему, 4, а другой 5. Это бесплатный. То есть там вы заходите, у вас есть интерфейсик такой. Вот, можно на Quasm туда написать. То есть с Microsoft пока не дружит. То есть они не понимают его. Да? Но на Quasm можно написать. Вот. И потом вы вот это задание, да, для вычисления на квантовой машине вы можете как бы поставить в очередь. Ну и, соответственно, там, когда до вас очередь дойдет, они ее запускают на квантовой машине. Вот, и вам отчетик. То есть что там, как происходило, да? Значит, и плюс они еще продают доступ к квантовой машине, но, я так понимаю, это вот каким-то там, может быть, научным институтом. Там, по-моему, что-то 20 кубит. Ну, как-то так. Ну, то есть прям помощнее. Есть другая компания, называется D-Wave. Это канадская компания. У них тоже есть квантовые машины, тоже есть доступ, ну, по-моему, только триальный. Но их квантовый процессор немножко отличается от того, что строят IBM, Google и Microsoft. Он у них так более заточен на решение задачи поиска, ну, короче, задачи вот максимизации, минимизации. Intel, не знаю. Вот. Не знаю. Но то, что слышал, вот Microsoft, Google, есть еще, по-моему, итальянская компания, но я что-то пытался получить как-то там, что куда-то можно ввести. Вот, ничего не получил, поэтому не знаю, не помню. Вот. Да. Так, а второй бонус я обещал, да? Блин, а я про него забыл уже, да? Ладно, сейчас, если вопросы будете задавать, вспомнить. Я вспомню, может быть, тогда. Вопрос? Нет вопросов. Ну, тогда спасибо за внимание. Вот. Да, надеюсь, было интересно.